что входит в наш курс. Я энергия 21-дневный, да, соответственно, видеоуроки, каждый видеоурок, каждый новый день вы получаете, соответственно, доступ к видеоуроку, выполняете практики, наполняетесь энергией. Виталий, привет, благодарю, что подключился снова. Да, помимо этого есть задания, которые помогают проработать ваши подсознательные программы, изменить ваше мировосприятие. Плюс есть задания, которые помогают выявить ваши истинные желания, определиться с направлениями, которые вам действительно важны, в которых вы хотите развиваться. Это важно, да, когда появляется ресурс, нужно грамотно им распоряжаться. То есть не просто так у вас появилась энергия, распылять ее налево и направо, да, нужно целенаправленно направлять поток своей энергии на нужные для вас дела. Плюс на энергии, в отличие от марафона, мы еще говорим о том, как сохранить энергию, как не распылять ее в пустоту, да, как найти утечки энергии, на что вы сливаете свою энергию. Это важная информация, да, которая необходима каждому. Вообще, я думаю, что в школе должны эти знания давать. Это база, да, как, соответственно, научиться наполняться энергией, основные моменты, да, как научиться фокусировать свой поток энергии в нужное русло и как не растрачивать энергию в пустоту. Так, сейчас вообще звука нету, Виталий пишет. Друзья, напишите, меня видно, слышно, дайте обратную связь. Кто сейчас смотрит эфир, напишите, как меня видно. Сообщите, пожалуйста, есть ли звук. Сейчас проверим звук и тогда продолжим. Наталья видит. А, слышно? Есть звук, все хорошо. Я понял, хорошо. Видимо, у Виталия, да, связь не очень хорошая, поэтому он, соответственно, не слышит. Да, и наш марафон «Держи курс на позитив» – это была только верхушка айсберга. Конечно, за 5 дней невозможно передать весь тот объем знаний, весь тот объем практик, который у нас есть. И курс «Я энергия» – это как раз-таки тот подход, та система, которая позволяет каждому человеку создать в своей жизни привычку, одну из самых главных, да, привычку – быть в ресурсе. Потому что без энергии никуда. Кто согласен, поставьте плюсики. Благодарю за сердечки. Поэтому, друзья, кому важно не просто так, да, попробовать, да, в марафоне можно было просто попробовать, подходит, не подходит, формат такой, понятно, непонятно и так далее. Каждый мог попробовать. А кому важно именно создать привычку себе, нового уровня жизни, нового уровня энергии и закрепиться на этом уровне, да, чтобы можно было из любой сложной ситуации выходить легко, чтобы можно было легко убрать из своей головы ненужные мысли, переживания, чтобы можно было легко вернуть себе уверенность, радость жизни, да. Всем рекомендую пройти наш курс «Я энергия». Это действительно очень важно, чтобы каждый мог возвращать себе ресурс. Для кого важно быть в энергии? Для кого важно быть в ресурсе? Для кого важно не паниковать из-за какой-то там сложной ситуации, из-за какого-то вопроса, да, а на высоком уровне энергии, на высоком уровне вибрации проходить эти сложные жизненные ситуации, которые у каждого человека возникают. Это нормально, да. Любая в жизни ситуация сложная – это наш урок. И мы можем либо слиться, не пройти этот урок, тогда этот урок будет повторяться неоднократно, аналогичные подобные ситуации. Либо мы его проходим с честью, с достоинством, выводы делаем соответствующие и, соответственно, получаем важный для нас опыт, важные для нас знания. И тогда, это как в школе, сдал контрольную, идешь дальше, да, или там сдал экзамен и дальше идешь.
Поэтому всем, кому это важно, приходите на курс. Конечно, можно самостоятельно пытаться искать какие-то знания, искать какие-то практики, но, как мы уже говорили в первой части эфира, когда это делаешь самостоятельно, огромное сопротивление возникает, так же как с спортзалом, так же как и с бегом по утрам, когда ты с собой договариваешься на одно, а утром, да, когда нужно делать, передоговариваешься. И наш тренинг это вот не просто знание, это практику, да, соответственно, вы не просто узнаете как, но и вы делаете, причем делаете вместе с группой, вместе с потоком новой энергии. И когда есть эта групповая поддержка, когда есть поддержка наставника, меня, Алены, да, намного проще преодолевать сопротивление, намного проще преодолевать какие-то трудные моменты. Кто с этим согласен? Виталий согласен, да, он знает, он проходил наш курс. Поэтому приходите на энергию. Что я еще хотел про энергию рассказать? Важное. Сейчас посмотрю. Друзья, если у вас есть вопросы по нашему курсу 21-дневному «Я энергия», задавайте сейчас. Я сейчас посмотрю, да, свои записи, что я хотел сегодня важного еще сказать. Обязательно еще подведем итоги марафона нашего, да, активности в нашем марафоне. Я про это не забыл, так что обязательно подведем итоги и назову победителя. В нашем марафоне было условие, кто, соответственно, активно участвует в марафоне, тот в результате получает участие в основном курсе «Я энергия» без оплаты. И я про это не забыл, обязательно подведем итоги. Уже скоро. Если кому-то из участников марафона захочется продлить доступ к практикам, да, если кто-то думает, что тех знаний, что есть в марафоне, достаточный практик, то можно ко мне, в принципе, обратиться. Да? Я могу продлить доступ там, на месяц за какую-то небольшую плату, не вопрос. Но, опять же, повторяюсь, марафон – это только малая часть знаний, малая часть практик, которую мы даем. Да, Наталья, хороший вопрос задала, с какого числа начинается новый поток и энергия? У нас будет 16 октября старт, то есть уже скоро, через 3 дня. Да, поэтому очень скоро. Плюс такой момент, да, у нас сейчас будет еще конкурс, я, наверное, в своем профиле конкурс опубликую, и будет отдельный конкурс для участников марафона. Я его озвучу в чате нашем «Энергии» в Telegram. И вообще для всех участников чата Telegram будет конкурс отдельный. Так, хорошо. Есть еще какие-то вопросы у нас по энергии? Как, соответственно, создать эту привычку? Что нужно делать? Что нужно делать? Самое главное, да? Ежедневно, соответственно, выполнять упражнения практики по утрам, на которые требуется там 15-25 минут. Ставить себе задачи на день, научиться фокусировать свое внимание. Где внимание, там и сила. Через медитации, через практики как раз таки идет эта наработка умения управлять своим вниманием. И по результату вы получаете, соответственно, уже новый уровень энергии, который закрепляется у вас и на физическом уровне, и на подсознании. Вы, соответственно, получаете систему практик. Не обязательно каждую практику знать, да. Вам достаточно из этого объема, там более 30 практик, выбрать самые любимые, которые вас больше всего наполняют, да. То есть выделить для себя наиболее эффективные именно для вас практики. И, соответственно, закрепить их у себя в ежедневных. Таким образом, после 21 дня у вас уже будет набор своих любимых практик, которые вы выполняете ежедневно по утрам и находитесь благодаря этому в ресурсе, находитесь в энергии. Соответственно, высокий уровень энергии, другой уровень мышления. На любые жизненные ситуации вы уже смотрите уже совсем по-другому.
мыслите по-другому, говорите по-другому, у вас появляется уверенность, у вас появляется ресурс, чтобы действовать, да, самое главное это действие. Поставили себе новую цель, обозначили ее, прописали пошаговый план достижения и с помощью ресурса действуйте ежедневно, целенаправленно, шаг за шагом. Да, конечно, наш курс это не волшебная таблетка. Если вы, допустим, не готовы действовать, если вы не готовы менять свою жизнь, он вам не поможет абсолютно. Тут важно именно действовать. Поэтому, друзья, кому это важно, кто готов действовать, кто готов изменить свою жизнь, вывести ее на новый уровень, добро пожаловать. Хорошо, а сейчас мы подведем итоги нашего марафона. Мы уже, в принципе, их озвучили, да, в начале эфира. К сожалению, первая часть эфира не сохранилась, но неважно. Мы сейчас подведем итоги, узнаем, кто у нас все-таки победил по активности. У нас на данный момент две участницы, Анна и Наталья, выполнили все задания. И они сейчас, кстати, в эфире. Очень здорово, я рад. Но я посмотрел, кто был активней, да. И главный приз сегодня получает Анна. Анна Плык. Я поздравляю с победой в этом конкурсе активности наших марафонцев. Анна, я тебя поздравляю от души, благодарю за твою активность, за твою включенность в процесс. Сразу видно, для кого важно, да, для кого важно получить изменения в жизни, кто старается. Это очень круто. И я желаю всем тем людям, кто хочет изменить свою жизнь, хочет получать новые результаты, хочет создать в себе новую привычку, быть в ресурсе. Хватит думать, да, начинайте действовать, потому что без действия никаких результатов не будет. А для действий нужна энергия. Так что, друзья, наполняйтесь энергией ежедневно. Не можете создать привычку эту самостоятельно, приходите к нам на курс, и все у вас получится. Ура! Поздравляю Анну! Благодарю всех участников эфира. Для тех, кто будет смотреть в записи, если будут вопросы, пишите в директ, на все вопросы отвечу.